И всем привет, с вами я, Леонид, и в этом видео я планировал затронуть такие темы, как нестабильный выход этого видео, потом какие планы на будущее, что будет из игр и продвижение. Что хочу сказать на это все. Во-первых, пропуски случаются из-за того, что я начал заниматься в лаборатории по мехатронике, и мы готовимся к WorldSkills. Из-за этого я поздно возвращаюсь и не всегда успеваю или хочу записывать видео, поскольку много времени на это я трачу и возвращаюсь довольно поздно домой. Часов 8-7 я возвращаюсь. Из-за этого такой себе. По мере возможности я делаю и пытаюсь на выходных записать видео на целую неделю или большую часть недели. К примеру, у меня с 8 по 12 ноября будут региональные соревнования, и от них будет зависеть мое продвижение дальше в этой специальности. Во-вторых, планирую стримить по возможности 18, 20 и 22 октября. Позже записывать и выкладывать видео с реконструкцией средневековья и других эпох. И делать небольшие лекции по этой же тематике. Если вам понравится, я буду продолжать это делать. В-третьих, сами игры. Куда без них? Из них Империя, Mountain Blade, Bannerlord 2, возможно, The Settlers, Европа 3 и другие. Ну и под конец я планирую закончить с оформлением своих соцсетей и начинать понемногу проводить интересные мероприятия. Что именно из соцсетей? Это моя группа ВКонтакте, потом Discord. Возможно, я где-то еще свою соцсеть сделаю, группу. Может, я не буду делать. Еще не могу вам точно сказать, поскольку я пока двумя сетями занимаюсь и мне особо не получается с ними как раз из большого количества занятий все делать. Ну, я надеюсь, все-таки в скором времени я продолжу заниматься всеми своими соцсетями и буду дальше выкладывать. Из мероприятий я могу вот что сказать, что я буду проводить. Это какие-нибудь турниры. Потом, вполне возможно, я буду проводить какие-нибудь небольшие тесты. И, может быть, будут какие-нибудь плюшки. А может, просто будем состязаться с вами как раз-таки. На этом я буду, пожалуй, заканчивать. С вами был я, Леонид. Всем удачи, всем пока.